всем здравствуйте. Вот пакетик мы очередной получили с китайчика. Тут пришли нам такие бякушки хорошие. Сейчас покажу, кто такие. Вот такой вот коробочки. Вуаля. Оба-на. Так, вот что вы тут думали? А, тут инструменты у нас. Салфетон такой мазевый закинули. Ну, это вся канитель, ну, тверденькая. Это будем мы на каточке подрезать. А самое главное, тут есть вот что сейчас. Ну-ка, иди сюда, не вылазит. Вот это бяка. Это съемник. Прикиньте. Съемник. Как вы думаете, для чего? Не знаете? А я знаю. Это будем мы вросший ноготь выправлять. Нормально, да? Ладно, что смеяться, потом посмотрим, что у нас будет получаться. Короче, ноготь будем цеплять. Вот так вот на ноге. Цап-царап. Ой, не получается. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот так цеплять его. Вот так цеплять. Вот так цеплять его. Вот это будет экзекуция. Нормально. И пошло дело. И вот так будем подтягивать. И будем выправлять, чтобы он у нас не это. В кожу не впивался больше. Вот такая вот балалайка. Ладно, так. Ну, естественно, тут такие вот щипчики еще есть. Ну-ка, слезайте. Хорошо сидит. Щипчики хорошенькие. У меня вот такие были. Они поменьше. Я думаю, этим будет удобней. Да, они даже и это в руках как-то ништяк так держится. Зазоров нет. Все четко, все четченько. Загнутая малость. В общем, я думаю, это все будет пучком. Сейчас мы их обработаем. Ну, тут по мелочам. Лопаточки всевозможные. В общем, это для педикюра. Моей бабушки. С ногтями проблема. Я вот справлялся вот этими маленькими. Но я думаю, с этими будет еще удобней. И подпилить есть. И подточить есть. Ну, посмотрим. Что еще? Вот с этой стороны еще что-то две. Сейчас мы их тоже вытащим, посмотрим, что там такое. Это точило. Короче, одним словом, рашпиль. Рашпиль. И вот это вот. О! Какая закорючина. Ноготь, наверное, подцеплять. И с обратной стороны. Он тоже что-то похоже такое же. Или оттуда все вытаскивать. Ну, в процессе.
Поймем все, что почем. Вот такой наборчик. С виду он такой добротный. Вроде как качественный. Тут еще что такое. Сейчас посмотрим, что это за фигня. Для какой цели. Даже не понимаю, что это такое. Ну, тоже что-то хорошее, наверное. Нужна, наверное. Все, посмотрим сейчас, что будет. Все. Вот такой набор. Будем вечером пробовать. Всем пока. Ссылка будет в описании, если кому. Поди пригодится. Хороший наборчик, недорогой. У нас я тут не знаю, сколько стоит. Ну, точно. Наверное, за 1000 с лишним будет. Всем пока.